сегодня в окрестностях села Новодырышкино Алтай-фест. Это известный фестиваль напитков. И здесь, пожалуй, так много людей, что в соседней Белокурихе, наверное, просто пустые улицы. Давайте посмотрим, что здесь есть. Музыка! Поехали! Конкурсы для детей и взрослых. А наши болельщики поддерживаем! Ипподром. Душевная атмосфера. Почему в этом году мы все-таки вернулись к этой прекрасной общей форме? И что нам помешало в прошлом году провести такой душевный общий фестиваль? Ну, хотела бы сказать, что вернулись, потому что требовали массы. Ведь не просто так этот фестиваль был национальным событием российского масштаба в 2017 году. Не просто так в этом году этот фестиваль, по мнению, по исследованиям Торстар, занимает 5-е место по популярности среди туристов, которые бронируют места заранее. Это же не искусственный праздник, это праздник, который народ ждет. На фестивале для гостей открыты 3 больших павильона. В каждом из них заводы-производители развлекают гостей по-своему. Пусть работают лучшие части тела еще чаще, еще чаще. Вообще космос, я в шоке. Почему? Да классно же, гренки, люди, очень много людей. Мама, я в телевизоре. Это как-то повышает такую вот активность людей. Здесь много встречается каких-то талантов, ну и просто это кайф для души. Я был как бы в Ленинграде, еще в улице Ленинграда были большие пивные фестивали в Москве. В Сочи 1, 2, 3 мая проводится хороший пивной фестиваль. Как бы. Ну и, естественно, европейский – это Октоберфест и Пражский фестиваль. Но я вам должен сказать, что они наш фестиваль в разы лучше. Первый раз на фестивале? Нет, третий уже. И как? Идеально. Почему? Потому что вас увидел, девушка. Ты моя золотая. В общем, развлечения здесь на любой вкус, ровно так же, как и напитков. Организаторы говорят, что только за первый час пришло 3000 человек и 16 собак. До конца фестиваля еще несколько часов, и число гостей не ограничивается. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком.